В детском садике номер 222 по улице Тюленева работа кипит с самого утра. Рабочие стараются успеть в срок. 1 сентября в детский сад вернутся его воспитанники. Напомним, в апреле в одной из несущих стен здания образовалась трещина. Детей временно перевели в другой детский сад. По словам подрядчика, работы по ремонту кровли уже завершены. На подходе замена межпанельных швов, ремонт цоколя, отмостки и входных групп. В среднем человек 14 работают. Ежедневно работают долгое время, то есть буквально с самого раннего утра до темноты. И используют очень много техники, используют, и материала вполне достаточно, подрядчик обеспечивает материалами полностью. В помещениях, в которых были небольшие протечки, уже завершили внутреннюю отделку. За ремонтом следят представители городской общественной палаты и родители. В еженедельном режиме проводятся штабы с участием и МБУ стройзаказчика, и управления образования. Кроме этого, с подрядчиком встречаемся практически каждые 2 дня. Находимся на связи, и руководители этого учреждения, конечно, находятся здесь в ежедневном режиме с утра до ночи. Позаботятся и о благоустройстве прогулочных площадок. На территорию сада уже завезли чернозем, чтобы разбить новые клумбы и цветники. Анна Тищенко, новости «Ульяновской правды».